2 февраля президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя председателя партии националистического движения Турции депутата Великого национального собрания от Анкары Мевлюта Каракая. Мевлют Каракая передал президенту Ильхаму Алиеву приветствие председателя партии Девлета Бахчели. Он поздравил президента Ильхама Алиева с победой в Отечественной войне, завоеванной под руководством главы государства. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за приветствие Девлета Бахчели, попросил передать и его приветствие председателю партии националистического движения МГП. Глава государства напомнил о политической и моральной и дипломатической поддержке Турции и Азербайджана в период Отечественной войны, отметив, что заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время войны были большой поддержкой для Азербайджана. Президент Ильхам Алиев сказал, что заявления Девлета Бахчели, председателя партии националистического движения, являющиеся союзником правящей партии справедливости и развития, представляли политическое моральное значение. Заместитель председателя МГП Мевлют Каракая проинформировал главу государства об инициативе строительства школы культуры и искусства на освобожденных от оккупации землях Азербайджана. Он сказал, что в этой связи встретился с министром образования Азербайджана и другими официальными лицами. Президент Ильхам Алиев поблагодарил за эту инициативу, сказал, что она будет учтена в рамках работ по восстановлению и градостроительству, проводимых на освобожденных землях. Подчеркнув, что разрабатываются генеральные планы городов на освобожденных территориях, глава государства отметил, что даст соответствующие поручения по выбору подходящего места для здания школы. Напомним, что в середине января председатель партии националистического движения Девлет Бахчели предложил открыть школу в Шуше. Об этом он написал на своей странице в Твиттер. Бахчели отметил, что партия готова задействовать все имеющиеся возможности, чтобы построить начальную школу в Шуше в кратчайшие сроки. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.